Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал «Учимся готовить вместе». Хочу поделиться с вами нашей маленькой семейной традицией. Блюда, которые мы готовим всегда на Новый год и некоторые семейные праздники. Картошечка с мясом в горшочках. Это очень вкусно, просто пальчики оближешь. А понадобятся нам следующие ингредиенты. Картофель на один горшочек 1,5-2 штуки, лук 3-4 штуки, грибы 350-400 грамм, мясо мякоть 0,5 кг, масло сливочное 100 грамм, сыр твердый 200 грамм, соль и молотый перец по вкусу, майонез. Количество продуктов рассчитано на 6 горшочков. Покажу на 2 горшочках, но делаю 6 штук. Масло разрезаем на 6 равных частей. Выкладываем на низ горшочков. Мясо нарезаем на 6 равных частей и каждую часть разрезаем на небольшие кубики и отправляем в горшочки, чтобы было примерно одинаковое количество мяса. Солим и перчим по вкусу. Лук нарезаем не сильно мелко, полукольцами, и выкладываем на мясо в горшочки, небольшим слоем. Дальше слой майонеза. Удобно в пакете сделать небольшое отверстие. Картофель нарезаем примерно вот такими кусочками. На один горшочек пойдет 1,5-2 штуки среднего размера. Дальше на картофель выкладываем немного лука. Солим и перчим по вкусу. И небольшой слой майонеза. Пришла очередь грибов. Нарезаем на средние слайсы и утрамбовываем в горшочки. Хорошо придавливаем. Горшочки накрываем крышкой. И отправляем в разогретую духовку на 180 градусов на 2,5-3 часа. Но, как всегда, ориентируйтесь на свою духовку. За 20 минут до готовности натираем твердый сыр на крупной терке. Достаем горшочки с духовки. Снимаем крышки. И посыпаем сверху тертым сыром и отправляем в духовку, уже не накрывая крышкой. Блюдо готово! Прекрасная подача! Нашим гостям всегда нравится такая картошечка. От вкуса все в восторге. Мясо получается сочным, все равномерно пропеклось. Большой плюс в том, что все продукты сложили. Отправили в духовку и забыли, а вкусняшка выходит нереальная. Прекрасный гарнир на любой праздник. Рекомендую приготовить. Спасибо большое, что посмотрели видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока и хорошего настроения!